Хочешь узнать, какой Бейблейд лучше взять на турнир? Тогда ставь лайк, подписывайся и погнали! Привет! Ты на канале Team Vintage! Сегодня мы будем говорить о турнирах, но не об официальных, а обычных уличных боях. Строгих правил на уличных турнирах нет, поэтому каждый берет Бейблейд, который ему покажется сильный. Лично я побеждал с тремя Бейблейдами. Это были Феникс, Кайнокс и Гаруда. Сейчас я вам покажу, как это было. Итак, Гаруда. Да. Пока ты сама фигурирует. Сегодня награждается за первое место в турнире по Бейблейду младшая группа Тасаман Тимофей. Дорогие друзья, аплодисменты! Вручаем первому участнику. Давай, пожму тебе руку, молодец. А теперь Феникс. Четвертьфинал. Три, два, один, вперед! Не-не-не, нормально все. Все нормально. Нормально все. Все нормально. Он сбросил свою. И у нас полуфинал. Три, два, один, пуск! Смотрите, как все болеют! Тимофей! За второе место в Борисе! И последний турнир с Кайноксом! Ну как Кайнокс себя поведет здесь? Кто же? Полуфинал у нас Кайнокс и Геркулес. А Кайнокс проигрывает Геркулесу. Есть. Поехали. Три, два, один. Вперед. Ну не может же Кайнокс быть бессмертным. Он же все равно должен проигрывать. Сейчас один. Да. У меня еще и садится батарея. Батарея не садись.
За третье место награждается Пасаман Тимофей. Человек, победивший на весенних соревнованиях. Ну, ничего страшного. Все. Сейчас. Пожалуйста. Ну, с таким бейблейдом. Так какой же из этих бейблейдов подходит для уличного турнира? Я их сражусь сразу втроем. Привет, друзья! А мы с Машей поможем Тимофею запустить сразу три бэя. Итак, 3, 2, 1, вперед! Посмотрите, они все три разного цвета, такая, как радуга. Интересно, кто же сейчас победит? Красно-желто-синий. Давай, Феликс, выиграй! Смотрите, кольнуться забивают. Ничего себе! И Гаруда! Победил! Гаруда победил! Давайте еще раз! Давайте! Раунд второй! 3, 2, 1, вперед! Давай, Феликс, не подведи меня! Интересный бой такой! Посмотрим, Интересный. Кто же сейчас окажется победителем. В этот раз что-то виляет Гаруда, да. Посмотрите. И в этот раз побеждает Кайнокс 1-1-0. Раунд третий. 3, 2, 1, и кто же сейчас? Ну кто? Кайнокс, давай. Смотрим, пока они ходят кругами. Давай, Феникс. Несколько атак. Да. И подожди, смотри. Феникс победил. У каждого по одному очку. Да, круто. Это удивительно. Из трех вот этих бейблейдов у них по одному очку. Получается, они одинаково сильные? Какой ты берешь бейблейд на турнир? Напиши мне в комментариях. Ну а сейчас время розыгрыша. Кому достанется вот этот Кербиус? Друзья, ну а сейчас мы узнаем, кто же станет победителем на Кербиуса К4. Тимофей, запускай рандом, который сейчас будет собирать ваши комментарии, в которых практически везде будет слово Аматериус. Ребята, мы прочитали все ваши комментарии. Вы правильно угадали, молодцы. Но сегодня у нас розыгрыш Кербиуса. Итак, кто же станет победителем? И Даня Шевченко, я хочу победить. Даня, ты уже победил. Главное, чтобы у тебя были открытые подписки. Вот именно. Сейчас смотрим. Даня Шевченко. И, ну почему, Даня, открывай скорее подписки, а то получается вот так вот, что ты выиграл и не выиграл. Поехали дальше. Тимофей, запускай рандом. Тоже сейчас у нас станет победителем на Кербиуса. Правила у нас совсем простые. Быть подписчиком нашего канала, открыть подписки и написать комментарий. Аматериус, Фриде Ла Хойя, открывай скорее подписки. Так, ничего нету, к сожалению, каналов. Жаль. Ну что ж, поехали дальше. Что у нас сейчас? Кто выиграет? Тима, держи кулачки. Ну. Рандом сейчас собирает ваши комментарии. И смотрим. Пожалуйста, выберите меня. Я обожаю Кербиус. Мы выбрали тебя, вернее не мы, а программа, но главное, чтобы подписки были открыты, это самое главное. Вот, смотрите, да, подписки открыты, и вот канал Тим Витыч, и канал Банана Нур побеждает. Поздравляю тебя с
вы догадались, следующего на конкурс я выставляю Аматериуса. Правила вы знаете. Быть подписанным на канал, подписки должны быть открыты, и вы должны оставить нам свой комментарий. И, конечно, приветики на сегодня. Вот эти ребята привет. Всем привет вот этим друзьям. И еще приветики. Конечно, приветик тот, кто написал вот эти комментарии. Скорее подписывайся и жми колокольчик. И пока-пока.